Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся. А я, как всегда, делюсь с вами информацией. И сегодня для любителей криптовалют у меня новый кран. Так вот он называется. У нас здесь 11 криптовалют, интервал 30 минут и вывод на Faucet Hub. Значит, сразу здесь на главной страничке у нас находится партнерская ссылочка. Далее, ну, вот это домашняя страница, вот эта вот. Есть лотерея, мини-таск, есть обменник, где мы можем обменивать одну, ну, криптовалюту на другую. Как бы выбираем, например, я уже собирала, как бы, биткоин, например. Я могу обменять, так, биткоин выбираю. Здесь мы выбираем криптовалюту, на какую, и нажимаем и можем обменять. Далее, что здесь вот у нас краны, как биткоин, догикоин, лайткоин, подкоин, интериум, биткоры, блэккоин, ну и так далее. Давайте я тогда по порядочку соберу биткоин. Значит, таким вот образом мы будем собирать. Опускаемся ниже, нажимаем на синюю вкладочку, и 10 сатошиков у нас капнуло на кошелек. Далее у нас идет Games, игры, новости. Здесь у нас реферальная программа, также находится партнерская ссылочка и баннеры. Вот. Далее сеттинг. В сеттинге можно поменять пароль. Так, так, ады, надо переводить на русский. Так, здесь настройки рекламы у нас. Можно, как бы, управлять рекламой. Но они вам сами, как бы, показывают. Вот здесь нажимаете на кружочек, сюда сохранить, и сохраняется. Далее, так. И что еще у нас? Так, настройки рекламы, кошельки для монет. Значит, вот здесь прописываем все кошелечки, которые привязаны к Faucet Hub. Потому что вывод непосредственно идет на микрокошелек Faucet Hub. И здесь снятие монет. Что мы сейчас и сделаем? Я выведу биткоин. Вот. Так, выберите монету для снятия. У меня 20 сатошиков, и я их хочу вывести, проверить на вывод. Так, вводим капчу. И нажимаем снять монетки. Монетки ушли на микрокошелек Faucet Hub. Переходим на микрокошелек. Я перезагружаю страничку. И, как видим, BTC, вот этот кран, только что 20 сатошиков прибыло на микрокошелек. Кран платит инстантом на Faucet Hub. Кому интересно, пользуйтесь краном. Тут будут еще, как бы, в процессе добавляться монетки. Вот. Ну и за каждый клейм еще дают лотерейный билет. Я в лотерею не играю, как бы, мне это не надо. На этом все. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.